у меня заряженная. Это отсюда, с этого. Это не надо было забивать. Четверка на связи. Четверка на связи. Попадали. Отойди, отойди. There was just a incoming shell. We're under Ukrainian shelling right now in the trenches outside Debaltseve. They're hitting very close right now. So now there's shelling landing quite near us here on the front lines of the conflict line. Debaltseve. We're under intense shelling coming from Ukrainian position right now. Австрия попадает достаточно ближе, где мы находимся, на передовой. Several incoming shells are coming right now. Патрик, не вставай. Да, и не вставай. Еще выхода! Выхода! Stop raising slow сейчас. Произошло обстрел минометный с Васильков. Нет, это САУ. Васильки. Не-не-не-не. Работает САУ. Тихо-тихо-тихо. Да? Да. Работает 152-е минометные САУшки. Калибр 152. Кто стреляет? Да, они стреляют. Вот, это приход САУ. Кто они? Это укропы стреляют по нам. Вот, сами видели. Не успели даже и чай попить. А мы так обрадовались, хотели чайку попить. Я заварил. А ну вот как. Опять выхода. Выхода. В озеро попало. Так я не пойму, кто это бьет, блин. Это в озеро попадает. Ну да, вот сейчас фонтан воды. Выхода. Они или по лесу пытаются. Ты видишь, что творится? Внизу, внизу. Четверка. Это хорошо. Само собой. А, ну, давай, покажу. Смотрим, смотрим. Принял. Аккуратно. Выхода. Вот смотрите, как они плотно кроют. Батареей. А прикинь, его так целый день делали 18-го. Вообще голову поднять. Осколки летят? Осколки летят. Пролетают. Ты бы тоже туда посунулся бы, под крышу немножко. Сюда, сюда, сюда. Да. Слышишь, обойди быстро. Да не дай бог. Где он, пидорас, жужжит? Пацаны! В доме наша птица или нет? Не понял! Спросите, на доме наша птица или нет? Right now, the shelling keeps continuing. It is coming down almost directly on top of us. Дом! If it wasn't for this trench, дом, в небе наша птица! It would not be good. Нет, не наша! А где не птица? Выхода.
И такое может продолжаться. Ну что, Ага? Это надо покурить. Пацаны. Да? А! Бразилия! Нет, не наша! Буярина есть, что увидит. Да, да, принял. Ну он где-то здесь пидор летает. Бадрик этот. Это тот, который 18-го летал. Крем. You good? Yeah, I'm good. Вот, видишь, лужин. Все рядом? Да, я не знаю, где мой. Патрик, дай спичек. Есть? И не знаю, где. На. Это. Так. Поворачивайся. Патрик, поворачивай. Вот теперь можно перекурить. Серега, ты там сильно... Если оно по льду бьет, не надо... Да я ж смотрю... О! А где? Нет, ты как всегда все теряешь. У тебя постоянно все где-то теряется. Ты, короче, распиздел. Вот смотри, не дали даже перекурить нам. Опять голова. Сволочи. Патрика волной на меня снесло. Она меня упала. Как уебала ты. И смех, и грех. Саня, глянь там эти трассера. Да нет, я ж тебе сказал. Ну должна быть коробка, посмотри. Блять, вот 4 коробки, 3 усиленные. Вот там что за коробка? Вот, еще толкует, все. Вот трассера. Ну, давай, блядь. С десяток, 15 держи. Сюда. АБЗ-шки. А? АБЗ-шки. А они есть? Нету. Ну, нет. Сволочь! Выход. Вот он, пидорас, летит. Беспилотник? Да. Беспилотник? Аккуратно, аккуратно. Да. Где-то беспилот летает. Тихо. Слышал? Выход. Да. Стой, стой. Ага.
где она, сука? Выход. Да. Right now, there's a Ukrainian drone flying overhead. We can hear it, we can't see it just yet. But the shelling is continuing to pound these LPR positions here outside the Boltsevo. Almost coming directly on top of us. The shrapnel is hitting the trees just above this trench. And it's a very tense situation here. Ты меня снял? А? Снял меня? Да. Когда било вот это, да? Да. Вот сейчас видишь? Четверка. Артиллерия у крапидорасов. Да так, нормально. Пытается по нам попасть. И использует дрон. Точнее, квадрокоптер. Старый, задроченный, но тем не менее он им помогает. Поэтому такая фигня. Они по коптеру подводят артиллерию, могут ближе, понял? Ага. Поэтому его надо сбить. Сейчас увидим и собьем, если получится. Выход. Б. Вот так вот каждый день. Каждый божий день. С 18 числа. Вот оно перемирие. Вот они укропы, которые не используют тяжелую артиллерию. Видишь? Четвертый. Да-да-да. Ты все сам увидел. Четвертый. Все затихли. Можно вставать и покурить. Да? Их кто-то вызывает, не слышно. Да. Сейчас тихо, видишь, не бьют. Как только ударят, я тебе скажу, чтобы ты присел. Понял? Только присаживайся быстро, потому что бьют рядом, видишь? Ага. Из коптера подводят. А коптер, сука, слышно, но не видно. Если бы его увидеть, можно было бы его сбить. Понял? И они бы лишились глаз. А так они все видят. Они видят разрывы на коптере, на видео, понял? Ага. И сразу же корректируют, вносят поправки. Понял. И поэтому все ближе и ближе к нам, понял? Понял. Ну, единственное хорошо, что, видать, за коптером, блядь, следит долбоеб, который не может хорошо подвести их к нам. Заебали. Гриш. Вот что надо. Вот что надо. Ну, что у нас, какие у нас сейчас планы? Выхода. Выхода! Ага. Хорошо. Еще. Ближе к этой стенке, пожалуйста. Да, ты сильно не это самое. Потому что... So, we've just had a small break in the shelling, just about a minute and a half, and now it's started again under intense shelling here in the Lugansk People's Republic positions near the Boltsevo, under intense Ukrainian shelling. They say this is like this every day. Вот сейчас будет передышка, минут 5-10, а может 15, они сейчас сменят ротацию, поменяются, дислоцируются, встанут на другое место и начнут заново обрабатывать. Вот. Как-то так. Вот, есть передышка 5 минут, покурить. А то и чай не дали допить, покурить не дали. Ну чё, живы будем, не помрем. Так что все нормально.
Хорошо. Well, they tell us that now again they expecting it to be a small break in the shelling, but they think after another 5 minutes it's going to start again. But we'll see how this day continues to play out here in the trenches. Okay, we've just been informed that in this break in the shelling, we are going to be trying to evacuate from these trenches here in the Lugansk positions and trying to make our way away from the front line. We're going to have to do it very quickly. But this has been a very intense frontline trip here at Lugansk People's Republic controlled positions outside the Boltsevo. Extreme heavy battle, as you've seen. And now we're going to attempt to make our way away from the battle.